Всем привет, ребята! Вот такой вот видосик, вот такое вот изменение в аквариуме. Пескопад отключил, надо чистить. Вот, как видите, сделал стрижечку, так как растения вот уже дошли, согнулись и дошли сюда, к видовому стеклу. Подстриг, опустил, вот, подсадил некоторые растения новые. Ну, вот они еще не отошли. Вот, есть много новых растишек, название сейчас не помню. Вот, вот такое вот у нас чудо появилось. Вот, также старые растения, которые сестрик опустил в эту баночку кое-что для настебельки. И временно сюда еще подсадил тоже. Сейчас буду делать доливочку. Вот. То есть получается у меня теперь вот не один травник, а будет у меня два травника. Вот. Кому вот интересно. Вот флейта, черная труба, это флейта с CO2, растворенный CO2 уже в воде идет. С активного генератора идет подача в воду уже просто в CO2. Это флейта с фильтром. Вот. Здесь пока не старая система, но тоже буду переделывать подачу системы CO2 на всю длину аквариума по задней стенке с моей стороны. Вот, вот такие вот маленькие изменения по разводне. Вот все по-старому. Малыши, вроде бы Санта-Клаус набирает малышка. Вот. Мольки тоже набирают, скоро будут метать. Но надо малька сначала убрать от них. Кардинальчики, кривитосики. Вот. Есть желтый неон и там оранжевый, он попрятался оранжевым. С красными какая-то невезуха. Вот. Здесь стернешки маточные поголовья. Ну а здесь делаю сейчас подмену водички. Вот, там анциструсы малыши. Вот. Ну и так, малечек. То есть все по-старому. Ничего в принципе нового нету. Живородка там одного малька выстрелила. Пиццелюха красная. И все. Это вот малечечек петушка уже подрос. Видите? Ленивый. Интернешка подросла. Вот. Тут у нас живые культуры. Изя, Валлофорус. Это вот здесь вот следующие малыши сапфирового попугая, панда. Здесь готовится к нересту. В принципе, уже, наверное, даже нерестится. Самочка там в гнездышке сидит, видите? Вот. Это ихние вот малыши. Вот здесь сегодня без штатива снимаю, так как, видите, еще здесь растишки остались из банки. С полярки все в порядке у них. Вот это малыши сапфирчиков. Это зеленая филигрань малыши Максимкины, это уже наш прибор. Ну, это я сюда с полярок подсадил. Буду пытаться сформировать пары и снова хочу отнести в скалярах, потому что такой маленький выхлоп, ну, немножко есть. Кстати, падежа нету. Вот. Сегодня встретил на каналчике Ахтырский аквариум старого друга Вальдемара. Вальдемар, приветик. Приятно было тебя встретить, очень приятно. Это циклозонки чернополосые. Ну, вот как-то так. Работаем потихонечку, не спеша. Вчера до полвторого ночи делал стрижку аквариума. Сегодня растения новые от Стаса приехали. Стасик, большое спасибо. Вот, подсадил растишечки. Ну, ты же сам видишь, да? Вот. Жду, как выровняются. Ну, вот этот уголочек мне вообще нравится, обалденно. Вот, я вот так вот сформировал. Вот, буду надеяться, что... Да, я уверен, что все проживется и все будет шикарно. Вот, шарики твои я подставил один сюда, под эту криптокаринку, и один сюда, под эту криптокаринку. Ну, посмотрим, как они работают. Вот. Тебе, ну, большое спасибо, огромный респект. Вот. Кто не знает, все основные растения, вот эти сложные растения, я брал у Стаса, у нашего украинского аквариумиста. Вот. Кому будет интересно, пишите в комментариях, я могу дать его контакт.
Вот. Свет вы знаете, свет у меня от Андрея Антоненко. Вот, это люмина 4 лампа, две штанги. Вот, двухштанговый светильник, контроллер, ну, полный фарш. Вот. Подаю сюда удобрение. Вот, ну, пока без макро, макро буду подавать через пару дней начинать. Только микро, микро и железо. И при подмене добавлял калий. Пользуюсь активным реактором CO2 от Сера, пятисотый реактор. Ну и баллон CO2 пищевой. Вот. Краны комодцы. Вот, распылитель не нужен, так как стоит активный реактор. Вот. Вот флейта, где подается вода, уже перемешанная с CO2. Вот. Так что многие говорят, что не нужен свет профессиональный. Возможно, не нужен профессиональный свет, но с точки зрения профессионализма. Профессионализм может быть за 3 рубля там, или за 3 гривны, и профессионализм может быть за 33 тысячи гривен. Вот. То есть нужно подбирать свет, именно свет. То есть подбирать свет, чтобы был в аквариуме уже баланс, чтобы аквариум прошел азотный цикл. У нас были проблемы с этим аквариумом по поводу азотного цикла. Вот, проходили мы его вместе с Александром, также помогали ребята, профессионалы, тот же самый Станислав Стасик помогал. Потом помогал тоже Дима, Crazy Химик. То есть сейчас на данный момент пользуюсь удобрениями от Димы, Crazy Химик. Так что вот как-то так. Ну, то есть видите, вот баночка, в которую немножко вложено денег. А вот баночка, в которую вообще не вложено денег. Ну, не считая растишек, да, здесь тоже у меня растишки от Стаса. Вот. Которые выросли в этом аквариуме, но немножко новых подсадил сюда. Вот. Ну, рассаживать буду я их завтра, послезавтра. Вот. Именно формировать уже аквариум. Сейчас растения адаптируются, так как времени маловато. Вот. Кому вот интересно, вот видите, вся нимфея у меня в аквариуме, вот с таких, скажем так, клубней она появляется. С клубнями всаживается, потом пускает корни, потом вынимается этот стаканчик, отделяется уже именно само растение. Стаканчику дается день-два подсохнуть и снова погружается в воду до следующего прострела растения. То есть клубни они многоразовые. Сюда вот я тоже пересадил апогитон живородящий. Вот у меня будет и здесь вот я его отсадил, потом вот здесь тоже три куста у меня отсадил. И здесь плохо видно, стекло грязное. Лимонник я полностью, вот здесь у меня здоровенный был лимонник, больше метра он вырос. Я его порезал, короче, прикопал здесь немножко, там. Вот, то есть лимонник я фактически весь прикопал, отправлю ребятам в Украину. Ну вот это вот осталось, я уже не знаю, что с этой капустой делать. Вот. Кое-что подсадил, кое-что прикопал, кое-что поразбрасывал по банкам. Вот. Ну, будем посмотреть. Так что, Стас, большое спасибо. Сашенька, большое спасибо. Андрюшке, Антоненко, большое спасибо, ребята. Вам респект и уважение. Я, наконец-то, доволен травником. Я хотел травник. Я его получил. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Респект и уважение. И до новых встреч.